Добро пожаловать на канал Хобби Про. Будет видео про очередную доработку вот такой вот торцовочной пилы Makita 2414NB. Из ранее сделанного это подсветка в зоне резания. Также ролик для кожуха. Отдельно я показывал упор или линейку, которую сделал вот сюда вот для небольших заготовок. И в этом видео покажу, как я установил блок для плавного пуска. Вот так вот выглядит сейчас внутри рукоятки. Давайте посмотрим, что здесь. Итак, вот здесь вот спрятан блок питания для подсветки светодиодной лентой, которая установлена вот здесь вот. А вот сам блок для плавного пуска. Вот такой вот блок. В принципе, по схеме, который на нем, здесь все понятно, как здесь что подключается. Покупал его в интернет-магазине, ссылка будет в описании. В наличии может быть его не быть, но можно попробовать попросить, чтобы привезли. Расскажу немного про подключение, если вдруг кто-то не поймет схему. Но в данном случае мы видим, что первый провод, то есть синий, подключается непосредственно к вилке. То есть вот он нарощен, и зеленым приходит вот к выключателю. Также видно, что в этой же точке после выключателя ставится один контакт на двигатель. Здесь видно, что вот он, черный проводок, также подключен в эту клемму. Дальше второй провод, в данном случае красный, идет на выключатель, на второй контакт. Вот он также нарощен и приходит вот сюда. То есть раньше здесь стоял провод, который шел на двигатель. Этот провод мы подключаем уже к третьему проводу из блока. То есть в данном случае это черный. Получается черный, соединяем с черным. И все, вот такое простое подключение, три провода, поэтому, думаю, ошибиться сложно. Собрал обратно я пилу. Ну и давайте посмотрим, как она работает. На видео, наверное, плохо видно, но по звуку, думаю, слышно, что пила разгоняется плавно, нету резкого удара редуктора из старта пилы. Поэтому надеюсь, что такая доработка продлит жизнь и редуктору, и самой пиле, так как и пусковой ток меньше. Все-таки пила идет 2 кВт. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии и до новых встреч в новом видео.